Привет, дорогие друзья из жаркой Алании. Сегодня мы с вами на Домолаташе. И для тех, кто не знает, кто первый раз на моем канале, меня зовут Анастасия. Я живу в Алании уже более 10 лет и знакомлю вас с жизнью, ну и совсем с тем, чего вы не знаете о Турции и в Турции. Так вот, друзья, сегодня мы с вами находимся на Домолаташе и стоим мы около очень важного места. Это место называется информационный туристический центр, где вы можете совершенно бесплатно получить всю необходимую информацию по Алании, по Турции, по достопримечательностям, а также получить карту Алании именно здесь. В описании к видео я оставлю ссылку. Часы работы информационного центра. Сейчас я вам покажу. Часы работы у нас с 8:30 до 12:30, с понедельника по пятницу, и с 13:30 до 17:30, с перерывом на обед, с понедельника по пятницу. Друзья, поскольку сегодня суббота, информационный центр у нас закрыт, но что же у нас еще есть интересного на Домолаташе? Вот сейчас я стою прямо на крыльце информационного центра. Если мы с вами пойдем за информационный центр в сторону пляжа, то там будет пещера Домолаташ и один из самых классных пляжей в Алании, пляж Домолаташ. Дальше, если мы пойдем вдоль вот этой вот дороги, то прям метров 50, вы увидите канатную дорогу. И если мы повернемся прямо напротив информационного центра, то вы увидите исторический археологический музей. Обязательно в него сходите, там очень много всего интересного. Ну а почему мы с вами приехали на Домолаташ, точнее мы приехали и взяли вас с собой? Потому что сегодня друзья Айхана женятся, и в одном из пляжных ресторанов они устроили такой свадебный коктейль. Ну а после этого, буквально через час, мы едем в Анталию. Поэтому давайте сейчас быстренько прогуляемся по Домолаташу, ну а следующее видео уже будет из Анталии. Покажу вам еще раз информационный туристический центр. На той стороне у нас археологический музей. Чуть дальше находится канатная дорога. Давайте с вами прогуляемся в парк, где можно увидеть кабинки канатной дороги. Несмотря на то, что сейчас очень жарко, ну порядка на солнце, я не знаю, градусов 35, наверное, точно есть. Слышите, уже орут цикады, цикады уже вовсю начали орать. Здесь, например, на Домолаташе очень классный парк. Здесь всегда вот так вот зелено, и можно даже, находясь на пляже, отдохнуть вот таких, под такими красивыми беседками. Молодежь здесь играет музыку. Очень здесь, конечно, красиво. Цветы, фонтан. И красивое здесь место для прогулок в жаркую погоду. Ну и особенно вечером, когда здесь все подсвечивается. Вот вы видите кабинки канатной дороги. Ездят туда-сюда. Ну давайте с вами теперь пойдем на сам пляж. Пройдем вдоль пляжа. Хочется тоже на пляж, но в это воскресенье мы опять не успеваем, точнее у нас не получится, потому что мы едем в Анталию. Посмотрите, какой огромный здесь красивый кактус. И вот он расцветает. Кактус, конечно, просто огроменный, невероятно огромный. Вот видите, народ отдыхает на травке, а не в жаре. Здесь очень много всяких разных пляжных баров.
Сейчас мы максимально попробуем дойти до моря. Ну, а мы с вами идем дальше, в сторону вот того пляжного бара. Много цветов, зелени. Народ отдыхает. Но поскольку я привыкла к жаре, к влажности, мне совершенно не жарко. Здесь есть место для пляжного волейбола. И мы всегда любим приходить именно вот на этот пляж и купаться прям максимально близко к горе. Красиво здесь вот такой парк. Я, правда, в кроссовках, и мне не очень хочется заходить песок, друзья, но ради вас я сделаю. Сегодня у нас такое вот прогулочное видео по пляжу. Ой, народу здесь, конечно, очень много. Надо снимать кроссовки. Сейчас я дойду до пещеры Дамлатаж. Здесь также находится пещера Дамлатаж. И я вам говорила раньше в своих видео, что это лечебная пещера для людей, у которых есть проблемы с дыханием, у кого астма. И до того, как пещера открывается для посетителей, можно приходить сюда. Знаю, что с направлением врача бесплатно, по-моему, с 7 до 9 утра можно приходить сюда и дышать воздухом, ионизированным воздухом пещеры. Но направление, конечно же, нужно брать у турецкого врача. Вот она, пещера. Сейчас посмотрим, сколько туда стоит вход. Раньше вход стоил 6 лир. А сейчас вход в пещеру стоит 7,5. И для учеников 4 лиры. Также я вам рассказывала про такую систему. Если вы покупаете билет около Красной башни за 15 лир, вы можете посетить за эти деньги судоверфь, Красную башню и пещеру Дамлатаж. То есть получается экономия. Поэтому сначала отправляйтесь к Красной башне, покупайте билет, вот этот тройной билет, а потом уже приходите к пещере Дамлатаж. Ну вот, друзья, мы на нашем любимейшем пляже. Здесь есть душ, здесь есть лежаки в аренду, здесь есть комната для переодевания, кабинка. И можно взять лежаки, зонтики. В общем, все, что вам необходимо, вы можете взять в аренду. Ну что, я сейчас пойду все-таки дойду, наверное, до моря ради вас. И поснимаю чуть-чуть шум волн. Ой, ну на Дамлатаж, конечно, очень много народу. Сегодня море, наверное, очень теплое.
друзья, вот в этом вот ресторане проходит свадьба наших друзей. Там уже действо началось, поэтому мне надо тоже скорее спешить туда. Вот такие вот цветы прислали поздравления с цветами, и сейчас здесь началась торжественная часть. Где-то здесь сидит Айхан, вот Айхан, и сейчас будет торжественная церемония. Saygılar konuklarımız, böylesine güzel, böylesine nadide bir ortamda. Lütfen sözleri fazla uzattı demeyin ama bir konuya temas etmek istiyorum. En özel evetlerden mutluluğunu siz konuklarıyla da paylaşmak isteyen Hatice hanımefendi ve Telat beyefendiye ömürleri boyunca sağlık, sevgi ve huzur dolu günler geçirmelerini temenni ediyorum. Adınız, soyadınız? Hatice Ünsal. Adınız, soyadınız? Telat Karadaş. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi arzunuzla. Sayın Telat Karadaş beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Telat Karadaş. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Sayın Hatice Ünsal hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz efendim? Evet. Ömür boyu birlikteliğinizi onaylıyorum ve ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Друзья, мы с вами успели на церемонию, и это была церемония заключения брака. Мы с Айханом заключали брак в ЗАГСе, но можно сделать вот такую вот выездную церемонию. И церемония состоялась в день рождения невесты. Представляете, какая? И сейчас он... Слава Богу, благодарю, дорогой мой. Ömür boyu sevgilisi. Поздравляю, желаю всего самого лучшего. Сайын Башкан, истифам эдем, лютфен, буйрун. И вот такая вот панорама открывается с этого кафе. Жениху и невесте вручили вот такой вот подарок. И здесь очень много фотографов, потому что это известные люди в Алании, и все фотографы так вот их фотографируют. Друзья, нам, к сожалению, нужно уходить. Еще раз покажу вам, какой здесь вид открывается на пляж. Вот такой вот красивый вид. Церемонию вы видели. Невеста и жених на расхват. Все фотографируют невесту и жениха. Сейчас Айхан вас с ними познакомит. Сейчас Айхан познакомит вас с нашими друзьями. Мы желаем им счастья и удачи. Друзья, мы очень быстро побывали на этой свадьбе. Мы должны были утром уехать в Анталию, но приехали на церемонию. Это только церемония. Свадьба будет в другом месте. И сейчас с Айханом мы уже отправляемся в Анталию. Да. И наше видео из Анталии вы увидите уже в
следующем видео. В общем, мы с вами прощаемся. Желаем вам всего самого хорошего. Приезжайте в Аланию. Всем пока-пока.